Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутера. Также открывайте сундуки сезона, на которые я задонатил. Я видел в прошлом видео, я спрашивал вас, стоит ли мне вообще продолжать снимать, что мне выпадает с этих сезонных сундуков. И мне понравилась ваша обратная реакция, вам понравилось данное видео, поэтому, ребят, снимаю вторую часть. Если кто вдруг не видел первую, то пролистайте там в плейлисте, внизу увидите, короче. Так, ну что, буду, как всегда, конечно, ловить какую-нибудь легендарку. Мне никак гадость не упадет, ребят. Я играю 2 года в игру, у меня до сих пор нет гадеса. Вот эти всякие орлиные глазы, да? Ну, знаете, было бы прикольно, если бы они ввели такую систему, в которой вот какого героя вы бы хотели, чтобы он вам вообще не падал. И когда этот герой будет падать вместо него, типа, пусть падает что-то другое. Кстати, было бы интересно. Ну, конечно, такого никогда не сделают. Это я так чисто от себя добавил, выдумал, придумал. Баг. Так, ну, с зеленых обычно там что-то эпическое, хорошее падает. Хотя легендарки, по-моему, тоже сыпят иногда. Ну, сыпят, это громко, конечно, сказано. Блот. Он сейчас у меня, кстати, видите, опс, на задании. JB. Фрагмент, одна штука. Как много. Так, Стелла. Вообще прекрасно. Ой, господи, ну кому он нужен? Ну кому, кто пользуется этим курильщиком? Абсолютно бесполезнейший персонаж. Слушайте, мне кажется, даже вот такие вот сундуки, пора им уже добавить больше золота. Ну, 129, ну, это смешно. Хотя бы по 1000, что ли, давали. Ну, хоть стелка чуть-чуть порадовала. Так, самое главное, чтобы мне наутика сегодня не выпала. Если сегодня мне опять выпадет наутика, я не знаю, что я сделаю. Не, ну это просто уже смешно, если честно. Так часто, как наутика, мне ни одна легендарка не падала. Угу. Блот. Слушайте, я смотрю, в этих сезонных в основном вот мне сейчас блот, вот очень много блота мне сыпет. Я его вот так уже недавно на 12 перевел, хотя я им уже не пользуюсь, я перевел на 12 исключительно только благодаря вот этой новой, там где импланты, чтобы получать, чтобы была большая вероятность того, что я успешно завершу задание. Валькирия, тоже еще один бесполезный персонаж. $123. Блин, там дальше прокачка будет 150. Там, наверное, я не знаю, вот за 150 сколько там золота надо. 200 или 300? Так, киберкоп. Блин, ему бы скорости. Был бы просто обалденный персонаж. И если бы он стенку мог ставить абсолютно, как Мими ставит стену, так бы киберкоп ставил бы. Это просто имба. Ну, Стелла его поблетала. Так, с того сундука, я думаю, упадет какая-то хрень. В прошлый раз мне падала Амели. И перед тем, как снимать видео, я нечаянно нажал, и мне выпал киберкоп, по-моему. А, нет, квотербэк мне выпал. Клео. Бублер. Узник. Хорошо. Танк-бот. Прекрасно. Прекрасно. Давно, кстати, хочу уже перевести на 11. Кстати, джебом сейчас очень многие пользуются. Ну, прям реально очень многие. И прокачивают его охрененно. Блин, ну лучше поменяли местами. Кибердевушкой уже никто не пользуется.
Так, это ранг сезона уже 30. Слушайте, я уже почти полсезона прошел. Ну, я заметил, вот практически одно и то же падает. Ну, вот из обычных и редких, вот такое ощущение, как будто оно, знаете, запрограммировано, что вот сегодня, в этом сезоне, вы будете получать именно это. Кстати, и пока ни одной легендарки. В прошлый раз мне несколько раз, по-моему, легендарка упала. Опять курильщик. Просто найс. Так, ну здесь ничего хорошего не падает. Ну, так эси. Слушайте, ну хотя бы так эси сыпет. Ну и то, только благодаря тому, что он типа относится к обычным. О, 10к золота, вау, как много. Так. Кстати, я тоже думаю, стоит ли мне улучшать пока Хантер на 13 или нет. Вроде ей уже не пользуюсь, но почему-то хочется. Да, слушайте, я думаю, я до полсезона, даже больше, чем полсезона, уже прошел. Опять киберкоп. Ну, на этот раз уже Деспарадос. Ну, вангую, оттуда выпадет... Амели или киберкоп или квотербэк. Ну, точно хрень какая-то. А охотник сегодня, кстати, по одному только падает, заметили? Тонгботик. Прекрасно. Ну, его ждете. О, ребят, теперь смотрите. Я сейчас получу целых 36 карточек обычных нашего прекраснейшего героя, Дариуса. Который у меня уже, кстати, на десятку прокачанный. Но пока у меня в планах прокачать его хотя бы до 12. Опаньки. Легендарочка. Сейчас, наутика. Ребят, новый герой Гадес. И теперь он у меня есть. О, как же давно я его хотел выловить. Слушайте, найти то видео, в котором я первый раз заикнулся о том, что я хочу Гадес. Это было, наверное, блин, даже не помню когда, но очень давно. Блин, ну, хоть что-то хорошее уже есть. Блин, вот круто, когда получаешь нового персонажа, пусть он уже у многих есть, пусть уже прекрасно знаешь этого персонажа и играл за него, но его у тебя не было, а теперь он есть. Итого, получается, у меня теперь нет только троих героев, это бесполезная дуалити, не знаю, как она вообще кому может нравиться, я за нее играл, вообще дичь какая-то, если честно, наверное, на уровне наутики. И еще двоих персонажей каких-то нету. А, нету Тайгера. И еще кого-то. Блин, да сколько? Уже 40-й сезон идет. Дункан. Сегодня он, по-моему, не падал.
41-й. Подождите, я не пойму, а что, у меня сезонные закончились, что ли? Или что? Я не помню, такое ощущение, как будто я только обычные открываю, и все. Я не понимаю, а почему я открываю только обычные? То есть там, если делаешь непрофессиональный, то ты только половину получаешь, или как? Как это действует? Слушайте, дайте мне хотя бы одну силу фраг, вы задрали. Я вообще думал, что я получу силу фраг на Дариуса. Так, легендарка. Легендарочка. Дуалити. Ребят, два недостающих героя тупо за сегодня у меня появились. Да, дуалити бесполезная, как я думаю. Но, возможно, я так думаю только потому, что я за нее толком не играл. Только когда она мне попадалась в каких-то ивентах. Посмотрим, потестим. Она еще легендарка, оказывается. Хера себе. Переливание. Эффект на Влада. Кстати, Влад, по-моему, это был самый первый герой, на которого я сделал полноценный обзор вообще в игре фраг. Эффект кражи жизни основного оружия повышен на 20%. Окей. Круто. Это круто. Слушайте, ну это безумно удачное открытие сфер. Просто безумно. Ну тут можно по-быстрому просто уже перелистывать, мне кажется. Если оно насыпало с того сундука, то больше ничего, наверное, не даст. А, дальше, короче, идет только чисто профессиональный. То есть, по логике вещей, мне проще было вообще сразу задонатить на профессиональный и забирать абсолютно все. Я правильно понимаю? Сколько я тут пропустил, получается? Ну да, вот на этом все закончилось. Сезонный абонемент. И дальше начинается профессиональный. Ладно, ребят, на этом видео буду заканчивать. У меня теперь появилось две уже достающие. Короче, теперь у меня только два недостающих героя, по-моему. Но я безумно рад, что теперь у меня есть Гадес. И теперь у меня есть Дуалити. Дуалити я, конечно, не сильно прям рад, но недостающий герой. А, у меня еще и этого тела нету. Как его? Синоби. Ну, думаю, рано или поздно мы все равно их выловим. Ладно, ребят, вы были на канале Экспервит. Всем спасибо и пока-пока.